Вопрос, метатеория, метаконцепция, метаязык, сильное мышление, метаидеи, творческое мышление, высокоуровневое мышление и так далее. Вот. Итак, Генрих Саулович Альшулер, один из крупнейших, наверное, даже крупнейший гений 20 века, особенно под конец жизни, он вел такой термин «общая теория сильного мышления». Как бы при этом, будучи человеком более честным, чем Стругацкий, которые там бросали понтовые, хорошо звучащие идеи, но под ними ничего не было, честно предупреждал, что общая теория сильного мышления не сделана. Далее смотрим вопрос. Соответственно, вопрос нашей докладчицы, неоднократно уже Ксении Александровны, смотрим. Соответственно, так вот, Генрих Саулович Альшулер честно предупреждал, что такую теорию надо сделать, не скрывая. Он это говорил примерно следующим образом, что я начал с простого, я пересказываю близко к тексту Альшулера, с патентного фонда, с технических изобретений, но задач безумное количество, и нужно делать по направлениям. Ну, сегодня одно из таких направлений было озвучено, это трескино. Так вот, Ксения Александровна задает въедливые вопросы, за что ей большое спасибо. Давайте постараюсь дать ответы развивающие. Ну, первый момент, как бы исходя из матрицы Викентьева, построена на основе изучения реальной работы лучших креаторов мира, нескромно, я имею на это право, соответственно, ответ одной и той же задачи может быть получен на разных уровнях. Это очень целебно. То есть, как ни странно, допустим, просто-напросто иногда ответ может быть получен с этажа типовых ошибок. То есть, допустим, сейчас даже на РБК, на сайте Forbes, на сайте Коммерсанта есть какие-то статейки, типа там, как развить креативность там, с помощью 5 способов. Как правило, это 100% бред, вредный даже бред, отрицательный бред, потому что это такой обман. И сам автор, и авторша некомпетентны. Как правило, такие авторши же проживают в городе Москве. Очень люблю Москву, люблю там бывать. Но там чудиков там по Шукшину, там много, конечно. Так вот, соответственно, когда мы просто видим, что безумное количество людей призывают там 5 способов развития креативности, а у кого-то даже 3, то, соответственно, это бред. Минимальные методические системы – это 200-300 ходов, которые авторы подобных писаний не знают. Просто-напросто, то есть некоторый намек на возможное решение есть даже на этаже типовых ошибок. Остальные названия более говорящие, поэтому еще раз можно сказать, что как бы, в каких-то будущих теориях не обязательно эти, я на этом не настаиваю ни в коем случае, соответственно, решения возможны на различных этажах. Естественно, этажи на уровне закономерности, на мастерский уровень, при всем желании запрыгнуть туда сразу не получится. Ну, хотя бы потому, что масса закономерностей ни я, ни несколько человек в мире просто не публиковали. Вот и все. Можете открывать сами, пожалуйста. Ну, на это нужно положить. Цена вопроса – жизнь. Очень простая цена. Идемте дальше. Вот, соответственно, как бы… Соответственно, вот нужны не примеры по мысли Альшулера. В данном случае термин не мой, то есть я своего почти не привношу. Я как бы отвечаю, как отвечал на похожий вопрос сам Генрих Саулович Альшулер. Нужны просто-напросто не продекларированные в стиле там, системного анализа как бы и так далее, а нужны цельные разработки. Цельная разработка – это, соответственно, базовые учебники, возможно, множество число, базовые задачники, какой-то инструмент общения типа конференции, онлайн, очный, ну и так далее, и так далее. То есть, когда можно общаться, обсуждать новые работы. Поэтому дело не в примерах, дело в цельных разработках, не по примеру системного анализа и так далее. Допустим, другая смешная такая женская наука – акмеология. Акмеология высосана из пальца. Вот, продекларированная, ничего серьезного там, допустим, нет. Ну, идемте дальше. Соответственно, как бы вот
При хорошей работе необходимо у себя и ученику формировать навыки. Вот навык, там, типа «Ой, я узнала прием», то есть это не является профессиональным, это такое женское рукоделие. Прям женское рукоделие бывает обоего пола, то есть у мужиков тоже и так далее. Вот. Еще раз минимальный вход, ученический вход в ТРИЗ, 120 лекционных часов плюс 200 задач. 200, ученический вход в ТРИЗ. Профессиональный вход – это 1000 задач и так далее. Профессиональный вход. Ну, тогда вы консультируете Всемирный банк. Да, это правда. Как бы. Идемте дальше. Соответственно, вот схема Альшулера, соответственно, что он начал, он сделал ТРИЗ. Далее, будучи больным человеком, очень больным человеком, он сделал жизненную стратегию творческой личности, основной костяк. Соответственно, дальше ну, бесконечность окошек, мы показали два с вопросами. То есть необходимо сделать какие-то еще цельные разработки, которые будут решать целые кусты задач, не только в исполнении автора, это one-man show называется, да, как бы, а действительно как бы решать и так далее, и так далее. Ну и тогда у нас получится общая теория сильного мышления. К сожалению, термин «сильное мышление» сейчас часто используется некоторыми женщинами, которые не знают ТРИЗ, они даже ТРИЗ не знают, которые работают в детском саду с детишками и говорят, что они там развивают их как бы мышление. Ну, отнесемся с юмором к этим женщинам, то есть никакого сильного мышления они не развивают, как бы. Если они считают не так, пожалуйста, на конференцию Людмилы Ивановны Позднякова в октябре, либо на большую конференцию «Стратегии творчества» в декабре, ну и постарайтесь не провалиться. Учитывая, что детсадовские женщины проваливались у меня много раз, я очень хорошо знаю. Поэтому есть детсадовский вариант сильного мышления. Ну, улыбайтесь просто, когда это услышите. Есть по Альшулеру. По Альшулеру, как он говорил, стройте свой городок, разрабатывайте свои методики, разработки, он больше любил слово, не методики, а разработки. Ну и потом уже будем обобщать в общую теорию сильного мышления. Программа Альшулера тезисами катастрофически провалена и не выполнено. Ну, к сожалению. Ну, как обычно, как бы, да. Ну, потихонечку начинаем идти к концу. Скоро закончим уже. Как бы, давайте. Хорошо поговорили. Давайте следующий. Соответственно, вот о детсадовских женщинах, вот, которые активны в интернет. Вот, соответственно, идемте дальше. Соответственно, мы никак не монетизируем наше видео, потому что для этого нужно вставлять чужую рекламу. Но приношу извинения, хотя, конечно, это нелепо. Недавно YouTube сам, то есть это не наша воля, стал вставлять какую-то рекламу в наше видео. Иногда вставляет, иногда не вставляет. Поэтому, как бы, ну, извините, да, соответственно, у кого есть возможность и понимание важности того, что делается на курсе, пожалуйста, вы можете софинансировать. Там два счета. Тот счет, который Яндекс.Мани или Юмани, как он называется, он напрямую идет на видео, как бы, да, 100%, как, так далее. Ну, идемте дальше. Соответственно, у нас получается так, что наша родина русскоязычная, она не любит ни мужчин, ни женщин. И, по-моему, учитывая, что я сейчас как бы работаю с очередным клиентом в Госдуму, по-моему, сама себя не любит. Соответственно, у нас есть небольшое место, созданное мною и моими коллегами, которым каждый раз большое спасибо, где очень спокойно, уважительно, комфортно мы обсуждаем сложные проблемы. Периодически появляется какая-то особь с непонятным количеством конечностей, как правило, мужского пола, которая заходит на наиболее интеллектуальный русскоязычный канал и что-то орёт, вопит. Ну, соответственно, такая личность всегда имеет дело со мной, и результат всегда один и тот же – бан навсегда. Поэтому еще раз, на этом канале создана уникальная атмосфера, которой нет как бы, на сайтах различных НИИ,
Академии наук, которого нет на сайтах МГУ, которого нет на сайте СПбГУ. У нас на сайте это атмосфера, уважительные отношения, если не любовь, то уважительные отношения, безопасные отношения, внимание к вашим вопросам создано. Поэтому, соответственно, еще раз, прежде чем писать, пожалуйста, изучите наши правила и максимально уважительные отношения. Если вам не повезло с воспитанием, вам не повезло с родителями, бывает. Ну, соответственно, учитесь лучшему, это развивает.